Новогодние ярмарки в Сергиево-Посадском районе были организованы на 8 площадках. По словам начальника отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Ольги Лебедевой, в этом году ярмарки имели успех у горожан. Мы получили большую благодарность жителей, поскольку данные мероприятия проходили не только в формате торговли, но и было организовано сопровождение культурной программой. Были проведены анимации с детьми, ассортимент, представленный на данных ярмарках, соответствовал новогодней продукции. Обычно ярмарка – это не только посещение с детьми, это желание приобрести товары новогодние, приобрести что-то к новогоднему столу. Отличительной особенностью новогодних ярмарок в этом году стало то, что в них приняли участие местные фермеры и мастера-игрушечники. Точки для проведения ярмарок были согласованы с администрациями городских и сельских поселений. На данный момент в Сергиевом Посаде работает ярмарка за центральным универмагом. Она закроется в субботу, 30 декабря. Алена Ромашкина, Кирилл Емельянов. Программа «События».